Уходим в открытое море. Утро на реке Касапаша. Во куда мы сегодня ушли от шторма. На Касапашу. Нашли ночью здесь лагерь в темноте. Сначала даже не понял, что это лагерь или болото какое-то. Но, в принципе, неплохо. И лодочку можно вот так вот пришвартовать. Палаточка, Витя. А вот там, похоже, за пруды и карасей ловят за нами. Прошлись, посмотрели. Какая-то дамба карасиная. Сегодня планируем в Волхов дойти, в Старую Ладогу. И у Танюшкиной пещеры заночевать. Есть такая идея. Первые грибочки собрали на мотенциале. Витя вчера отличился. Такие лисички, красавчики. Ну, еще чуть-чуть. Для первого раза неплохо. Грибы пошли. Но только на мотенциале. В других местах не видать. А завтрак начинается в обед. Мантинсарская щука, уха. Сейчас поедим, стартуем дальше. Ну что ж, спасибо Касапаша. Хорошее было место. Оказывается, мы сначала думали, о, болото какое-то, не. Супер. Хотели сначала в этих кустах стать, но потом увидели это место. Ладно, погнали, впереди на Волжский канал. Волхов. Километр 162 до Шлиссельбурга. О как! Вот это нам повезло. Нам лаву открывает. Вот такая красавица идет навстречу. Боязн. Лаву загубим, мы хорошо прошли. Удобно. Стоянки. Здесь за перемычкой метров 200 через лес. Пляжи классные. Все время здесь приезжают люди с Питера, останавливаются. Вот на моторнике. Ну, мы уже сварились с пляжей. Даже тулуксы. Мы здесь не будем останавливаться. Витя здесь бегал, ты лаву открывал, чтобы нас на Белое море пустили. Деревня Воронова. Следующая лава Немятова. Ты ее сварил, блин? Ну что, мы ее прошли. Ура!
Следующая лава не мятова. Ну, проход, конечно, очень стрёмный. Очень узко. Подойти к этим, ни разу у них не останавливали. Какой маячок. Интересно, зачем использовалась вот тоталь. Рыбы. Одна часть висит уже. Мощная конструкция. Интересно, год здесь где-то есть? Покосился уже. Нету года постройки. А сверху горит факел. Но не лампочка. Интересно, зачем тоталь там висит сбоку? Что туда поднимали? Сжигать, наверное. Ну, где тот старый деревянный маяк? Чугунный мы посмотрели. А где деревянный? Нормальный такой пляжик на реке сядь. Вышка прикольная. Это что, спасатели, что ли? Вот так развлекаться. А пляжа как фактически нет, только пески. Смотри, вот эта херня, как будто пожарный там. Большая река сядь. Маяк находится в метрах 15 туда, вверх по течению. Нашли мы маяк, но здесь уже его застроили, и вообще он сгорел. Ничего себе. Вот не ожидали увидеть это. Сейчас поднимемся туда. Поднимаемся. Вот он и маяк, усадьба Колченова. Как говорится, добро пожаловать. Сгорел он. Похоже, недавно совсем сгорел. 1840 года постройки он был. Это какой-то детский центр. Собственно говоря, все, что осталось от маяка. Практически ничего. Ну, может, построить заново. Кстати, он в программе «Маяки» Ленинградской области, да? И там вывеска есть, да. Наверное, отстроят. Загородили его этим домом. Дома построили вот такие. Да. И деревья выросли. А тогда у него было здесь. Здесь обзор. Ну это условно маяк все-таки. Да, да, да. Он особо не нужен. Но все-таки история.
когда здесь ходил Тихвинский путь, жил. Кстати, на Тихвинском пути было 68 шлюзов до Волги. Самый большая часть, больше шлюзов, самое большое количество. Такой ледокол у моста. Первый раз такое вижу, весь покоцанный. Видимо, ледоходы здесь идут конкретные. Практически уже снесло льдом. Мощная штука. Изогнула даже. Остановились мы у Ребровских пещер. Где-то здесь, видимо, должен быть вход. Такой вид открывается. Такие же крутые стены, как в Старой Ладоге. Ну, вот она, пещера. Похожа на староладожскую. Материал такой же. Интересно, далеко уходит ниточка. Судя по ниточке, очень далеко. Ух ты, она расширяется тут. Даже молоточками долбили. Источник. Дальше опять идем. Не, ребята, дальше мы не пойдем. Страшноватое место. Ого! Ого! Обалдеть! Вот он, вход-то. Рябовская 1. Петрозаводская. Какая высота! Смотрите, друзья. Высота пещеры какая, где-то 2,5-3 метра. Ого! Вот это да! Ну-ка пройдемся немножко. Ниточка вот здесь рядом. Тут дорога гораздо больше, чем Староладожская пещера. Вот это да. Удивили. Так, ниточка, вот она. Такие же штольни во все стороны. И я вообще удивлен, какая она огромная. Не хочу отходить от ниточки. Здесь, видимо, подпорки были. Значит, боялись обвала.
возвращаемся. Вот наша ниточка. А вон свет, отражатели там стоят, показывают выход. Сейчас мы пару фоток сделаем еще. Здесь что такое? Нужно ставить свою роспись. Напишем, что капитан Григорий был здесь. Ручка тоже есть. Я просто деятельный. Огромный. Это хорошо, что я прошел этот источник дальше. Затерянный мир просто. Это удивительно. Там, кстати, есть купель, который можно испить водицы. Вода вкусная. Чистая, вкусная вода. Мы нашли местечко. Друзья, это невероятная пещера. Это даже больше, чем псковско-печорские пещеры. Единственное, что... Ходить сюда приходится ползком. Ой. Вот он, свет в конце тоннеля. О. Тепло. Невероятно. Просто невероятно, друзья. Здесь какой вид открывается. Витя, да? Ты ничего не понял. Да, сейчас увидишь. Сейчас ты увидишь, возьмешь фонарик и офигеешь просто, что там происходит. Сейчас вот. Я тебе не буду рассказывать, сейчас иди туда. Это мирикл просто. Да. Вообще, да. Ну давай фонарик. У нас новый вечер и новое место для стоянки. Видите, нравится такое место? Хорошее место. Да, на Ларском канале. Со столиком, стуликом и местом для палатки. Красотища. Все, расставляемся и ночуем. Правда, комаров тут что-то немерено. Больше, чем там даже было. Вот это я понимаю, вот это красота. Потом уменьшится. Это смотри. Лисички мантинсарские. Да. Мы с мантинсары без грибов не уезжаем. Не уезжаем, да. На мантинсаре мы всегда находим свои грибы. У нас уже костерок горит. А лисички жарятся. Красота. Вечер в разгаре. Вот они и готовы, знаменитые лисички мантинсарские.
нас так интересно получается, что мы едим два раза в сутки. И сыты, и довольны природой. Ну да. Свежим воздухом. Свежим воздухом питаемся. Энергией, Ладоги. Ну-ка, нам с утреца пораньше. Друзья пришли, голуби. Что вам надо, ребята? Вы тут живете, да? Это ваше место? А? Не бояться. Ты смотри, не улетает. А? Не улетает. Говорит, я тут живу. Какой ты наглый товарищ. Ладно, ты нам не мешаешь. На тебе. Мы решили назвать Сашка и Машка. Похоже, они тут живут, а мы у них в гостях. Они ходят тут, как хозяева, все прибирают. Все, что у нас упало. И, Сашка. Комарья сегодня немерено. Комариное место мы выбрали для ночевки. Там вы отражаете, делаете резонанс. Ага. Вот, хорошо, идем. Барс. Пошел обстановку проверять. А? Пошел обстановку проверять. У нас тут в палатке комариный рай. Ох, сколько их тут. Ох ты, красавчики. Вы что тут делаете? Просто миллион комаров. Они все тут собрались. Говорит, ну заходите уже. Сейчас мы вас ждем. Покушаем. Посмотри. Да, вижу. Да, ну просто кадры из фильма Марины Галкиной, которая путешествует в России пешком. Такое же количество комаров. Спасибо прекрасному месту за ночевку. Идем дальше. Думаем сегодня закончить уже в реке Нева. Посмотрим, как это получится. Сегодня мы ее открывать не будем. Пройдем так. Берегись, башка, как говорится. Нормально. Да, вот этого корабля стояли. Он писал по-другому. Ага. Ладно, погнали. Впереди и Волков. Вот они, плюсы ПВХ лодки. Можно предстать к любым камням. На алюминиевых катерах такого не получается. Поднимаемся мы к маячку Новоладожскому. Опа. А это что такое было? Бетонная стела размером с Витю. Огонь какой-то. Ну привет, маячок. Опаленько с маяка сооружения в части строительства Ладожского канала. Охраняется государством. 1880 год.
Сейчас, погоди. Какой он отполированный. Народ, видимо, чугун полирует сами. Копками? Да. Ты тоже решил полировать, полирнуть? А мычка-то два. Второй у нас на той стороне стоит. Сейчас к нему подойдем. Второй маячок классный. На этом маячке меньше сидели. Там все затерто прям, краска. Там, да? Да. Но они одинаковые. ...1878 год. Окончание 1880 год. Камера? Да. GoPro. Ой. Это камера. Корчаковщинскому водопаду. Сейчас, друзья, пойдем посмотрим водопад викингов. На этом водопаде всегда есть кто-нибудь. Не бывало такого, чтобы людей тут не было. Бежит водичка. Здравствуйте. Здравствуйте. Он видоизменился. Каждый год меняется его положение, структура. Обваливается скала, и он уходит больше дальше в континент. Ну привет, привет, водопад. Большие. Красиво. Классный водопад. Слушай, здесь вообще купель сделали. Можно купаться. Курицы воды. А здесь как пещеры уже получается там. В этот раз воды много. А если зайти под водопад?
Ладога. Начало Руси. А впереди крепость. Так, что-то тут заросло. Я здесь в навигаторе проходил, здесь этого не было. Вот тут вроде поглубже. Витя, готов? Сейчас. Где по преданию похоронен вещи Олег. А вот там свал следующий, это Танюшкина пещера. И сейчас мы туда зайдем. Пришвартовались на Танюшкиной пещеры. Ориентир. Лодка. Витя, махнем не глядя. Да-да, только заодно будем бегать, да? Ротан Пуцари на Пуцари был лучше, да? Чем эта лодка. Не будем меняться. Наш получше будет, Эльтаирчик. Ну что, давайте пойдем в пещеру. Вперед, первые открыватели. Нас ждет затерянный мир. Танечкина пещера, ты где? Должна быть где-то тут. Включаем фонарь и заходим. О, сразу холод какой. Кстати, лежит от Рябовской пещеры один, где мы были вчера. А вот Танечкина пещера. Надо будет здесь роспись оставить. Прошлый раз, когда был, этого не было.
показать. Не знаю, камера увидит, насколько здесь низко. Если я стою, и вот я уже уперся головой в стену. Очень низко по сравнению с Ряборской пещерой один. Чтоб тут фонарик не потух. О, могила спелеолога. Каска лежит. Перчатки. Это нитка. Или это нитка? Коленка. И что? Здесь озеро. Да. Грандиозная пещера. На коленках идти 4 километра. Конечно, это не очень. О! Как будто здесь зал какой-то большой. Офигеть. 1975 год. Кто-то тут был. Ого! Пещера затоплена. У меня есть подозрение, что у меня сейчас фонарик отрубится. Потому что... Ой, как скользко. Здесь повыше. Но из-за воды, честно говоря, не хочется дальше идти. Ну что, случилась подстава. У меня сел фонарик. Хорошо, есть телефон. Ну вот я уже у выхода из пещеры. Будем выходить. О, белый свет. Красота. Блин, заблудиться там, конечно, легко. Еще путают кучу ниточек, которые натянуты во все стороны. Они уже не показывают путь, а сбивают. Фу. Самая подстава, что сел фонарик. Но ничего, главное, что мы выбрались. Фу, ура. Опять мы заходим в Новолазарский канал. Погнали до Дубна. Там зайдем в одно интересное место. Так, это лава Новолазарской креницы. Здесь есть одна подстава, очень серьезная. Многие тут порезали свои лодки. Сейчас мы вам ее покажем. Не надо над нами ездить. Вот так вот об борт бьешься и сюда выскакиваешь. А вот здесь вот находится труба под водой, на которой можно скачать. Сейчас вода повыше, не видно. И, короче, тут выскакиваешь сюда и режешь лодку себе.
я викинг продал. Ну. Короче, мужик здесь поехал и продрал лодку на 1.50 м, короче. Днище продрал. Он попытался мотором сняться с этой трубы, которая там вбита. И продрал себе лодку напрочь. Километровый столб прошли за лавой. 110 километров до Шлиссельбурга. Погнали! Клюквенные болота слева. Витя, будешь собирать клюкву? Поедем, буду. Ну, осенью. Не сейчас. Сейчас морожка только. Как я люблю Новорожский канал. Особенно за то, что здесь никогда не бывает волны. Как мы скакали по Ладоге, правда, бывают вот слепни, которые бесят, и топляки опасные. Расслабляться тоже особо не надо. Смотреть в оба. Вот топляк как раз. Если в такое на лодке влететь, мало не будет. И там видно, что влетели и не раз влетели. Пили топляк. Он был под водой, его было не видно. Но за счет того, что Вотник. Мотор, он не стоит на упоре, он просто перескочил его мотором. Так что идете по каналу, снимайте упор. Вот на подъем мотор работал. Тогда он просто перескочит через топляк и все. Не было упора, сейчас вы врезались с него ногой. Как в Шлиссельбурге, один в один, три арки. Там за ним Старлэжский канал. Бум. В прошлый раз мы на навигаторе сюда зашли. Под эту штуку. Опять пещеры, Вить. Куда да. Ты привел нас? Держи. Лодка к этому сегодня. Аншлаг какой-то, да? Че-то столько тут не было лодок. Вот он старый плюс. Точнее регулятор воды в Старлорском канале. Здесь на метр фактически вода выше. Кстати, до сюда можно дойти на основе Ладоги. Тех шлюзов петровских. Кто-то здесь, смотри, врезался в эти, сломал стойки. И
или сама сломалась. А, даже на цемент пытались ее посадить. И нифига. Ну тут да. Только можно посадить, просверлить. Ну видишь, пытались самое. Что-то сделать. Да, но это херня, тут нужно просверлить, сделать шпильку и вставить. Да. Ну что, размялись? Да. Пошли дальше. Пока, старый шлюз. Идем дальше. Что прошли середину канала 84-85, перевалили за середину. Дошли мы до Лиговского маяка. Интересно, почему вы так сделали? Это радиосвязь какая-то? Скорее всего, что это за круги? Связь, а это не скажу. А может быть, тоже. Ты же знаешь всю любую связь. А что это? Посмотри близко, если там изоляторы есть от этого устройства, то да, значит связь. Ну, скорее всего, антенна какая-то была еще дополнительно. Кроме того, что он маяк. Ну ладно, погнали дальше. Мы прошли пенсионерскую протоку. Сейчас будем проходить лаву. Деревня черная. До нее осталось чуть-чуть. Черная. Барабас. Интересно. Че, Витя, давай. Выходи. Прямо сейчас? Да. Как тогда, Витя, выходи. Куда? В волну? Тот, пусти сначала. А вот этой подтягивай. Да, 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 да. Ну, Витя, молодец, давай. Давай, Витя. Красавчик. Все, тормози. Тупо подскинь. Ага. Скидывай, 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 скидывай. Еще, еще, еще. Давай, давай, давай. Чтобы не зацепиться. Давай, давай. Скидывай. Еще скидывай. Все, заматывай. Прошел. И ту отпусти собачку на той, на второй. Пошел, пошел закрывать. Потихоньку. Еще чуть-чуть. Видите, еще чуть-чуть. Натягивать начнешь, она уйдет. Видите, мало. Эту подтяни. Давай, 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 еще. Это называется инерция. Ты ее разогнал, она пошла. Ты настоящий лавщик. Давай, устраивайся на полставки. Да, по 50 рублей за пропуск, да? Да.
Тихо, ты совсем-то не отталкивай. Вот не искупайся тут. Руку. Нечего. Руку давай. Толкайся. Спасибо. Молодец. Я волк. Твоя первая разводка лавы. Отлично получилось. Шоу размялся? Да. Кто там прозвонил? Погнали дальше. Из деревни Леднева. Проход, по-моему, алюминиевый даже. Сколько мы с вами переписывались, а встретились на канале. Встретились мы на канале на Володарском с дядей Мишей. Наш хороший друг. Вы, наверное, смотрели его походы. И сайт katernik.ru. Вот, как обычно, дядя Миша стоит в камышах. Самое лучшее место для стоянки. Мы чуть не пролетели мимо вас. Я в последний момент заметил, что вы стоите. Хорошо. Тут чуть-чуть уже глубоко, угу. А тут мелко. С той стороны помельче. Один раз встали с той стороны. Особенно прошла и хорошо, я успел закрыть. Интересное у вас путешествие. Это все снимаем, что ли? Да, конечно. И вы начали с 67-го года ходить на катере. И в 72-м году в первый раз вышли на Онежское озеро в такой дальний поход. Вы просто дольше всех нас ходите. Мы еще не родились тогда. Некоторые родились уже. Ну, некоторые, да. Витя уже родился, да. Витя 61 год. Да. Не скажешь по этому, по фильмам. Да, прыгает как молодой. Держусь так. Я себя чувствую моложе, чем есть на самом деле. Конечно. Это хорошо. Вот в походе все должно делаться быстро. Темп вообще за 5 секунд ставится. Очень хорошо. Слушай, автоматика. Да. Классная. И... Продумано хорошо, да. Угу. Фотосессия. Друг друга. Да. Дядя Миша, ну рады были с вами повидаться. Отходим дальше. Давай. Замыкаем круг вокруг Ладожского озера. Спасибо за компанию. Спасибо вам. Всего самого лучшего вам. Удачи. Друзья, мы хорошо пообщались с дядей Мишей. И доходим уже вот до Кабоны. Следующая у нас река Лава. Кабону мы пролетели. Ах, тут мины. Чайки заминировали все. Ты посмотри, вот паровоз. Там паровоз стоит. Да. Пролетаем реку Лава. А реально пролетаем. Быстренько. Вот она река. А вот уже все. Да. Следующая у нас Азия. О как. Пароход. Мы дошли до реки на Азии. До Шетельбурга осталось 22, по-моему, километра, если я не ошибаюсь. Здесь, как всегда, полно народа. Кстати, смотри, сегодня будет закат красивый. Которые идут вдоль берега, идет обратный отчет. Осталось 16 километров до того, как Ладогу мы обойдем вокруг. Ха-ха!
вокруг Ладожского озера 1000 километров. Осталось 16. Из 1000. Охренеть. Такие дела, друзья. Обратный отсчет дошел уже до 8. Стремиться к убыванию. Осталось вообще чуть-чуть. А вот он и Шисельбур. Что там написано, видите, на столбике? 3. 3. Осталось 3 километра до конца окольцевания Ладоги. Второй раз. Да, по часовой стрелке. Было против, а теперь по часовой стрелке. Вон, кажется, столбик номер один. Да? Вот. Да, точно, номер один. Витя, мы сделали это. Мы обошли Ладогу вокруг на ПВХ-лодке. ПВХ-лодка у нас была Альтаир. Мотор Suzuki 9.9, который не регистрируется. Вот так. А вот и путеец. Нулевой километр. Начало Новоладожского канала. Мы это сделали. Yes. Дальше нам еще 20 метров по Неве надо пройти, чтобы вытащить лодку. До Ивановских порогов. Путеец остается тут, а мы погнали дальше. Ладога кольцована, но мы едем дальше. Надо их завязать в узел. Да. Корабли выходят на Валаам. А мы с Валаама. Привет! Передавайте привет Валааму. Идем по Неве, считаем, что мы прошли-то, оказывается, за 5,5 дней, да? То есть мы вышли в субботу вечером, а сегодня пятница вечер. То есть нет, даже за 5 дней получается. 5 дней и несколько часов. Сейчас уже 22 часа. Итого, а мы пришли тогда... 6 часов вечера. Ну, грубо говоря, 5,5 дней вокруг Ладоги, 1000 километров. Неплохо, да? Ну, там не только была Ладога, там заходили же в разные места. Ну да, и в Валаам, и по рекам ходили. Путешествие удалось как никогда, просто огонь. Мы могли представить в любом месте, забраться в любую точку. Даже в пещерах побывали, в двух. В одной из них у меня погас фонарик. Ощущения, я вам скажу, не очень, если так легко сказать. Проходим уже угольную ТЭЦ Дубровскую. Скоро-скоро подойдем. Одна скорость с чайкой. Аж за горы запершило. Иванские пороги. Бля! Ура! 1000 километров пройдены. Ура! И ты дождешь? Ты так я так и стояла всю неделю. Прям так.